Память усопших превыше всего. Несмотря на запрет муниципальных властей, некоторые жители столицы все же отправились к могилам почивших родных, чтобы навести там порядок. Доступ был открыт на кладбище на старых Буюканах. В другое время не успеваем, нужно сделать, как по-другому. Надеюсь, нас простят. По их трясвии аккуратно, но и агломерации, ну как мне ничего интердикции. Иначе обстоят дела на кладбище Святого Лазаря, ворота которого были закрыты на замок. Замок висел и на воротах центрального кладбища столицы. Доступ на территорию разрешен только похоронным кортежам. Тем временем в пригородах кладбища открыты. Пришли к могилам родным и некоторые жители Дурлешт. Я ни с кем не общаюсь, в воскресенье не приду. Пришла одна, никто меня не беспокоит. Пришли сейчас, потому что свободны, хотим убрать, соблюдаем расстояние. При этом мэр Дурлешт уточнила, что посещение кладбища разрешили до Радоницы. Решением муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья доступ на кладбище столицы запрещен со 2 по 10 мая включительно.